Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию три рецепта салата, которые превосходно впишутся в любой праздничный стол. Такие салаты обычно расходятся на ура, а гости всегда спрашивают рецепт. Салаты называются гурман, ананас и наслаждение. Не будем томить вас ожиданием. Приступаем к приготовлению. Если вам понравятся наши рецепты, то не забудьте поставить лайк. Сегодня мы будем готовить салат гурман с курицей, грибами и сыром. Это вкусное, сытное праздничное блюдо, которое оценят даже истинные гурманы. Особенно этот салатик хорош в охлажденном виде. Итак, для нашего салата нам потребуются следующие ингредиенты. Грибы маринованные 300 грамм. Или можно взять грибы свежие, например, шампиньоны. Лук репчатый или салатный 1 штука. Понадобится для обжарки вместе с грибами, если вы будете использовать сырые грибы. Куриное филе отварное 300 грамм. Яйца куриные, отварные, 2 штуки. Сыр твердый, 250 грамм. Помидоры средних размеров, 3 штуки. Майонез, 200 грамм. И соль по вкусу. Нарезаем мелко куриное отварное филе. Немного подсаливаем мясо и перемешиваем. Натираем сыр на крупной терке. Натираем яйца на крупной терке, немного их подсаливаем и перемешиваем. Нарезаем мелко маринованные грибы. Если у вас грибы сырые, то их необходимо мелко нарезать и обжарить с луком, затем остудить. Помидоры нарезаем тонкими кольцами или полукольцами. Мы нарезаем полукольцами. Все ингредиенты нарезаны, подготовлены. И теперь выкладываем салат. Первый слой из куриного филе. Слой выравниваем немного и придавливаем ложкой. Промазываем первый слой небольшим количеством майонеза. Где-то уйдет 1 или 2 столовых ложки, кто как любит. Второй слой из грибов. Промазываем второй слой тонко майонезом. У нас ушла 1 столовая ложка. Третий слой из помидор. Промазываем тонким слоем майонеза. Мы использовали 2 столовых ложки. Четвертый слой из яиц. Промазываем тонким слоем майонеза.
У нас ушла 1 столовая ложка. И последний, 5-й слой из сыра. Сыр немного разравниваем и приминаем ложкой, чтобы салату придать форму. Затем салатик отправляем в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался. После этого достаем его и круговыми движениями снимаем форму салата. Вот какой он красивый получился! А какой вкусный! Такое блюдо украсит любой праздничный стол. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и пишите свои комментарии. Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный салат ананас, который подойдет на любой праздник, особенно на Новый год. Для того, чтобы его приготовить, нам потребуются следующие ингредиенты. Мясо курицы 500 грамм. Курицу можно отварить и слегка поджарить, или взять копченое. Мы будем использовать копченую грудку. Сыр твердый 150 грамм. Яйца куриные отварные 4 штуки. Кукуруза консервированная 1 баночка весом 360 грамм. Ананасы кольцами 1 большая банка весом 850 грамм. Майонез, перец и соль берем по вкусу и зелень для украшения. Мелко нарезаем курицу и отправляем в тарелку. Отправляем кукурузу. Предварительно кукурузу откинули на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость и салат не растекся. Яйца и сыр натираем на крупной терке. Все солим по вкусу, при желании слегка перчим. В этом салате можно обойтись без перца вовсе. Кукурузу, яйца, сыр и курицу смешиваем с небольшим количеством майонеза, чтобы салат держал форму.
опять все перемешиваем. Всю эту массу выкладываем овалом с горочкой на тарелке. Сверху смазываем всю поверхность майонезом. Ананасы откидываем на дуршлаг, чтобы весь сок стек, иначе они не будут держаться на салате или же будут сползать. Разрезаем кольца ананаса на треугольнички. Аккуратно выкладываем треугольнички из ананаса на салат, тем самым придавая внешний вид ананаса. Определяемся, где у нас будет низ салата ананас. Берем наши треугольники из ананаса и прикладываем их к нижней стороне салата, юбочкой вниз, ровно по ряду. Делаем первый ряд. Берем наши треугольники, переворачиваем боком и кладем вдоль левой и правой стороны. Немного каждый последующий кусочек накладываем на предыдущий. Сделали бока, формируем второй ряд из ананасов снизу, передвигаясь вверх вдоль салата ананас. Каждый ряд начинаем с середины и идем влево и вправо. Все кусочки немного накладываем друг на друга, это напоминает рыбью чешую. Сверху прикладываем зеленый лук, имитируя ботву ананаса. Перышки лука всовываем в салат и затем обкладываем его кусочками ананаса. При желании снизу салата ананас можно тоже положить зелень. Вот такой праздничный и очень вкусный салатик у нас получился. Это один из наших самых любимых салатов на праздник. Порадуйте ваших близких этим замечательным блюдом! Thank you.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня предлагаем вам приготовить замечательный салат, который прекрасно будет смотреться на праздничном столе. Для него нужны следующие продукты. Маринованные шампиньоны 200 грамм. Куриные яйца 6 штук. Свежие огурцы 2. Пучок укропа. Куриная грудка копченая 500 грамм. 5 столовых ложек майонеза. И соль, перец по вкусу. Из этих продуктов получится прекрасный салат. Итак, пора нарезать салат. Копченое куриное филе нарезаем небольшими кусочками. В тарелку ставим разъемную форму нижней частью вверх. Укладываем мясо в форму. Формируем первый слой из куриного филе. Яйца отварили, теперь натираем на крупной терке. В тертые яйца добавляем майонез. В форму закладываем второй слой. Берем 1/3 яичной смеси. Нарезаем 2 свежих огурца. Мелко нарезаем укроп. Делаем третий слой салата. Закладываем огурцы в форму. Огурцы необходимо слегка посолить. Огурцы посыпаем рубленым укропом. Далее сверху добавляем 1/3 яичной смеси. Маринованные шампиньоны тонко нарезаем. Закладываем следующий слой маринованными резанными шампиньонами. И последний слой закладываем яичную смесь. Сверху распределяем оставшуюся часть майонеза по салату. Закрываем салат пищевой пленкой и отправляем на 1 час в холодильник. Наш салат постоял в холодильнике 1 час. Затем его вынимаем, слегка поворачиваем кольцо и снимаем. Предварительно убираем пищевую пленку. Начинаем украшать салат тем, что у вас есть. Мы будем украшать наш салатик яйцом, петрушкой, огурцом и горошком с укропом. Thank you.
Если вам понравился рецепт, ставьте пальчик вверх, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Пока-пока! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!